когда? Об'єднуватись насправді. Україна устала от, на сьогоднішній день від політичних скандалів і дрязг. Україна устала від корупційних скандалів. Європа устала від всього цього. Люди устали. І зараз є дуже простий вибір. Либо происходит переформатирование в самом парламенте. Это давайте говорить уже правду откровенно. Других вариантов нету. Появляется новая коалиция, появляется новое правительство, где действительно появляются технократы. Это нервные либо смехи, же, я надеюсь. Либо же действительно перевыборы. Я вчера разговаривал со своим коллегой из БПП Алексеем Ушаком. И я его спросил, а чего ты хочешь достичь в этом парламенте? Он говорит, я в этом году хочу провести законопроект о рынке земли, провести закон об электронных услугах и еще что-то. Так конкретно ответить в парламенте о том, чего они хотят сделать, могут процентов 15, не более. И это самая страшная ситуация. Этот парламент в большинстве своем – это люди, которые давят на кнопки. Люди без плана, без цели. А Украине нужна стратегия, план и цель. Украине нужно будущее. Виктория Ташкевич.